Программа «Здравствуйте» о главных событиях в регионе в изложении журналистов телекомпании «Юнион» в самое ближайшее время. И сегодня в выпуске смотрите. Разрушена крыша, разбиты окна, уничтожены мебель и аппаратура. В Енакиево горела школа-интернат. О последствиях происшествия знает Светлана Киктева. Полгода без зарплаты. Горловские шахтостроители требуют погасить задолженность. На акции под областным казначейством побывала Дарья Захарова. Уже несколько дней в молочной кухне Куйбышевского района Донецка не выдают детское питание. Родители опасаются, молочку могут закрыть насовсем. В ситуации разбиралась Евгения Алдошина. Юные музыканты, певцы и ученые, одаренные дети Макеевки, встретились с мэром. Как прошло мероприятие, видела Ольга Сапронова. Разрушена крыша, разбиты окна, мебель, аппаратура. В Енакиево горела школа-интернат. Пожар случился в актовом зале. По данным спасателей, в момент происшествия из здания вывели 28 детей и 3 сотрудников. Подробности ЧП знает Светлана Киктева. Пожар в актовом зале случился вечером. К моменту приезда спасателей здесь горела мебель. Огонь пожарные гасили около 2 часов. Администрация сработала очень оперативно и начали готовить детей к эвакуации из помещений. По прибытию пожарного подразделения сразу же было эвакуировано из помещений школы-интернат 28 человек. И 3 преподавателя. Школа-интернат занимает 3-й этаж учебно-воспитательного комплекса номер 5. Кроме актового зала, здесь расположены классы начальной школы. На момент пожара в кабинетах были дети. Мы заходили через актовый зал в классы, делали подготовку. Потом почувствовали запах дыма в коридоре, вышли и увидели, что дым, эвакуировали детей. Теперь помещение нуждается в капитальном ремонте. Огонь уничтожил подвесной потолок, повреждены окна, предстоит восстановить перекрытие. Другие кабинеты, расположенные на 3-м этаже, уцелели. Занятия для начальных классов здесь не проводят. Дети учатся в одном корпусе со старшеклассниками. Все немножко потеснились и уступили кабинеты им. Кабинет логопедии, кабинет информатики, библиотека. Занимаются, процесс учебный не нарушен. Сегодня в интернате работают спасатели, сотрудники милиции и прокуратуры. Предстоит выяснить причину пожара и установить сумму материального убытка. Ущерб нанесен и учебно-воспитательному комплексу. Сегодня здесь отменили занятия. В школе отключили отопление и электричество. Учительская учебно-воспитательного комплекса расположена под сгоревшим актовым залом. Из-за пожара комнату затопило. Здесь с потолка до сих пор стекает вода. Влага также проникла в библиотеку, столовую и коридоры учебного заведения. Может произойти замыкание, поэтому ни в коем случае учебный процесс в этом здании начинать нельзя. И отопление. Наше отопление, оно непосредственно связано с 3-м этажом, а так как там нет ни окон, и поэтому отопление сейчас в данный момент включить невозможно. Поэтому было принято решение, что наша школа переходит на обучение в 1-е подразделение УВК номер 5. Завтра будут автобусы, дети будут привезены, и учебный процесс начнется. В этой школе учатся более 160 детей. Как долго они будут ездить на занятия в другое учебное заведение, педагоги пока сказать не могут. Светлана Киктева, Артем Молчанов, «Панорама». Задолженность в 5,5 миллионов гривен. Горловским шахтостроителям полгода не выплачивают зарплату. За деньгами они приехали в областное казначейство. Акция проходила тихо и продолжалась около 40 минут. Чего добились шахтостроители, знает Дарья Захарова. Требовать погашения задолженности по заработной плате в областное казначейство приехало около 50 горловских шахтостроителей. Остальные 150 человек остались работать в первую смену. Подземный механик Роман Прусов получил зарплату только за апрель. На данный момент мужчине недоплатили 35 тысяч гривен. 6 месяцев без зарплаты. Детей обещаниями никак не накормишь. Коммунальные услуги на рынке, инфляция потихонечку идет. С каждым днем это обесценивание идет денег. Шахтостроители работают в одинаковых условиях с шахтерами, но в отличие от последних, они не защищены бюджетными статьями, говорит Владимир Скороход. И если задолженность в ближайшее время не погасят, предприятие будет вынуждено прекратить свою работу. Подготавливаем шахтам горизонты для того, чтобы они лавы успели. Мы же для них готовим все это, стволы углубляем. Это все делается для шахт. Но дотации, которые государство делает в шахтах, у нас их нет. Не смогут люди ехать в шахту в голодном виде. Не сможем
купить, поскольку на счетах у нас нет ничего, купить необходимые материалы для работы. Горловские шахтостроители приехали в Донецк с плакатами, символикой и касками. Громкоговорители им не пригодились. Акция проходила тихо. Инициативная группа сразу направилась в казначейство. После получасовых переговоров активисты вышли к людям. Представители казначейства от комментариев отказались. Здесь, в казначействе, решался вопрос в работах, которые оформлены платежными поручениями, которые реально можно сегодня получить. Вот по этим 2 миллионам замначальника казначейства дал заверение, что к концу недели эти 2 миллиона они закроют. Вчера, кстати, прошел первый транш, 20% от долга они перечислили. Шахтостроители надеются, что казначейство сдержит обещание и до конца недели переведет деньги им на счета. Добиваться выплаты остальных 3,5 миллионов задолженности горловчанам придется в других структурах. Дарья Захарова, Виктория Конюка, Панорама. Мощи святого Георгия Победоносца прибыли в Донецк. Десницу разместили в Свято-Преображенском кафедральном соборе. Ковчег с правой рукой святого в шахтерской столице сопровождал греческий иеромонах Иосиф. Вместе с митрополитом Донецким и Мариупольским Иларионом в храме служили торжественный молебен. Поклониться святыне пришли тысячи верующих. Напомним, мощи святого Георгия Победоносца привезены в Украину впервые из греческого монастыря Ксенофонт, расположенного на горе Афон. В Донецке десница пробудет до 21 ноября. Поклониться ей можно с 8 утра до 10 вечера. Множество храмов, монастырей, селений названы в честь святого великомученика Победоносца Георгия. Наш русский народ особенно связывает жизнь свою с этим святым угодником Божьим. Надеемся на то, что эта святыня, которая посещает наш край, принесет особое утешение для верующих людей, потому что все мы нуждаемся в поддержке святых угодников. Снизить налоги и предоставить льготы. Проблемы частного бизнеса обсудили в Донецке. Сюда приехали сотни предпринимателей со всей области. На мероприятии присутствовали председатель Совета работодателей Украины Дмитрий Фирташ и губернатор Андрей Шишацкий. О чем говорили и о чем договорились, знает Сергей Оганесян. Как поддержать отечественного производителя, создать рабочие места? Такие вопросы обговаривали сегодня. В Донецке собрались представители малого и среднего бизнеса. Коснулись и затрат на производство продукции, ее транспортировку. Предприниматели считают, большие расходы не дают бизнесу развиваться. Сбыт продукции снижается, а наши издержки растут. Если говорить об издержках, то одним из существенных факторов их роста являются тарифы на железнодорожные перевозки. Стоимость перевозок грузов продолжает повышаться. Помочь бизнесу сократить расходы должно государство, считает в Донецком областном совете профсоюзов. Необходимо освободить от взносов в казну владельцев социальных учреждений, считает Владимир Пастушенко. Если я не могу у тебя забрать твой оздоровительный центр на содержание, а он остается пока у тебя, то тебе предоставляются определенные преференции. Ну, например, не вводить в налоговую базу все затраты, которые идут на содержание этого центра. Освободить от земельного налога, где оздоровительный центр занимает землю. Для решения подобных проблем в Донецкой области приняли стратегию экономического развития региона. Сделали это в рамках социальных инициатив президента Украины Виктора Януковича. Сегодня свое участие в программе подтвердил и Совет Федерации работодателей. Андрей Шишацкий и Дмитрий Фирташ подписали договор о сотрудничестве. Мы вот эти вот встречи с промышленниками по разным секциям будем проводить регулярно для того, чтобы нарабатывать законодательные изменения, которые помогут развиваться нашему бизнесу и, подчеркивая именно на данном этапе, сохранять рабочие места, а привлекая инвестиции и создавать новые. Говорили, у нас есть ряд вопросов сегодня, которых нас интересуют. Первое – это вопрос по внутреннем рынке, о защите. Второй вопрос – это по поводу госзакупок, которые нас волнуют, потому что все же это достаточно большая сумма, это порядка 300 миллиардов гривен, из которых мы хотя бы 20-30% должны провести. Это нам даст большой, огромный стимул для того, чтобы мы могли как бы, ну, делать то, что мы должны делать. Мы поднимем малый и средний бизнес этим образом. Договор о сотрудничестве действует до 2015 года. Первые положительные результаты участники встречи рассчитывают получить уже в ближайшие месяцы. Сергей Оганесян, Андрей Горячев, Панорама.
Молочная кухня в Куйбышевском районе Донецка не работает уже несколько дней. Об этом сообщили родители. Детское питание приходится покупать в магазинах. Они опасаются, предприятия могут закрыть. В ситуации разбиралась Евгения Алдошина. В декабре детское питание в этой молочной кухне выдавать не будут. Такую вывеску можно увидеть на двери при входе в помещение. Родители опасаются, молочку могут закрыть насовсем. Молочная кухня обслуживает более 600 малышей. Они жители Куйбышевского и Ленинского районов. На предприятии изготавливают молоко, творог и кефир. Ольга Анпилогова детское питание получает здесь уже полтора года. Сегодня пришла за очередной порцией. Вчера, допустим, вот мы не получили ни молоко, ни кефир, ни творог. Я вынуждена была покупать в магазине. Хотя этот месяц, ноябрь, все оплатили. Он оплачен всеми родителями. И сегодня, допустим, 19 число, опять-таки висит объявление, что под большим вопросом, сможем ли мы получать продукцию молочную. Тут в какой-то степени дешевле, но не в этом смысл. В том смысле, что мы знаем, что вечером она заквасилась, с утра мы ее забрали. В магазине мы не знаем, когда и что, и когда там перепечаталась. Есть матеря, как одиночка, допустим, я. Я мать-одиночка, мне дают, вот, допустим, порцию, которую бесплатную, некоторую я, ну как, да, покупаю, потому что мы уже большие. Родители настроены решительно. Если предприятие закроют, они планируют обращаться в мэрию. Уже даже начали собирать подписи. Может, хоть на одну из них кто-то отзовется. Вот, собираем подписи по поводу того, что вот у нас будем лишены в декабре месяце. Молочная кухня, сами понимаете, что молочная продукция сейчас не дешевая, вот, и оставляет желать лучшего по качеству, а все-таки молочная кухня, вот, которая вот у нас имеется детская, уже не первый год проверена и ни одной мамой проверена. Это предприятие относится к центру первичной медицинской помощи номер 7. Главный врач учреждения отметил, молоко родители не получили из-за финансовых проблем. У нас возникли проблемы с прохождением казначейства платежей. Вот. Мы задолжали где-то поставщикам полтора месяца. Завтра молоко будет. Я написал письма, ходатайство на управление города. Этот вопрос решен. Мои заместители провели диалог с поставщиками. И поставка продукции для молочных кухонь обеспечена. И до конца года она будет обеспечена бесперебойно. И мы из 250 тысяч долга за молоко вчера погасили первые 150 тысяч. Закрытие предприятия в декабре связано с плановым ремонтом, объяснил Петр Енин. Он заверил, в январе молочная кухня будет работать в обычном режиме. Евгения Алдошина, Александр Пугачев, «Панорама». Единый городской центр административных услуг откроют в Донецке. Он будет располагаться по проспекту Ильича в районе больницы Калинина. Об этом сообщил мэр Александр Лукьянченко. Напомним, в мегаполисе уже действует подобное учреждение. Центр работает при областной администрации. В нем жители всего региона могут оформить разрешительные документы, получить загранпаспорт. Все необходимые для этого справки специалисты помогают оформить на месте. Подобные услуги будут оказывать и в городском административном центре. Открыть его планируют до Нового года. Городской центр административных услуг общей площадью около 2600 квадратных метров, который будет служить жителям города, решать все проблемы, с которыми сталкивается житель, получая какую-то информацию, справки. Повысить стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси до 3 гривен. С такой просьбой к местным властям обратились перевозчики Мариуполя. По их словам, существующий тариф занижен. Из-за этого предприятия терпят убытки. Некоторые вынуждены закрываться. Придется ли пассажирам платить за проезд больше, узнавали мои коллеги. С начала года в Мариуполе свою работу прекратили 12 транспортных предприятий. Теперь в городе более 10 маршрутов, на которые не выезжает ни один автобус. Такая деятельность стала невыгодной. Не хватает денег на ремонт машин, уверяют перевозчики. Город Мариуполь не первый согласовывает увеличение тарифа. Уже увеличились тарифы в Киеве, увеличились тарифы в Донецке. При том, что в Киеве, в Донецке больше пассажиропоток. И я хочу заметить, больше пассажиропоток платных пассажиров. То есть у них финансовый результат лучше, чем у мариупольских перевозчиков. Многие могут сказать, что раз это все так дорого, все так плохо, уйдите из бизнеса. То есть вопросов нет, можно уйти из бизнеса. Кто займет наше место тогда?
Последний раз цены на проезд повышались 2 года назад до 2,5 гривен. Теперь перевозчики просят пересмотреть тариф и увеличить стоимость еще на 50 копеек. С этим согласны не все жители города. Если поднимать цену, то тогда нужно увеличивать количество транспорта, то есть количество автобусов на маршрут, чтобы человек мог спокойно не стоять полчаса по морозу и ждать. По мнению начальника Мариупольского отдела транспорта и связи, повышение тарифов экономически обосновано. Данные расчеты показали, что себестоимость на сегодняшний день поездки одного пассажира примерно от 3 гривен до 5 гривен 40 копеек. Но на исполком выносится вопрос о согласовании тарифа 3 гривны. Утвердить новый тариф планируют на ближайшем заседании исполкома. Состоится оно до конца месяца. Екатерина Параханяк, «Панорама». Пожениться, получить свидетельство о рождении или сменить имя в Донецке на прием в ЗАГС теперь можно записаться через интернет. Подобная услуга действует в тестовом режиме. Как правильно зарегистрироваться, знает Инга Лапикова. Дарья Попович пришла восстановить утерянное свидетельство о рождении. Для этого девушка предварительно записалась на прием в ЗАГС через интернет. Оставила свои данные, фамилию, имя, отчество, где я прописана. Вот. И через пару дней мне позвонили, и вот я сегодня пришла. Но мне удобно для того, чтобы не стоять в очереди, я сразу пришла целенаправленно на прием. Для регистрации необходимо зайти на сайт Донецкой областной юстиции. Там можно выбрать день, а также время приема. Необходимо выбрать раздел «Предварительная запись», выбрать отделы «Государственная регистрация актов гражданского состояния». Дальше выскакивает окошечко, в котором необходимо выбрать интересующий тебя отдел, в который ты собираешься записаться на прием. Сразу будет видно график приема отдела, место расположения указанного отдела, фамилия руководителя. Все заявки отправляют на электронную почту ЗАГСов. После этого бланки распечатывают и отдают специалистам. Те, в свою очередь, связываются с посетителями. Конечно, это очень удобно. Исходя из требований сегодняшнего дня, это экономит время нашим гражданам. И очень это удобно для наших работников. Предварительно переговорив с нашим заявителем, можно знать уже, по какому вопросу подойдут к нам люди и каким образом решается вопрос регистрации акта гражданского состояния. Воспользоваться этой услугой могут люди со всей области. В Донецке же пока на прием к специалистам записались 10 человек. Инга Лапикова, Кирилл Иванов, «Панорама». Ровно через месяц, в День Святого Николая, в Донецке откроют новый детский сад. Первый за годы независимости. Об этом рассказали в мэрии. Дошкольное учреждение появится в центре Буденновского района, на месте пустыря. Строительство здесь началось в октябре прошлого года. Двухэтажное здание проектировали по современным требованиям. Помещение рассчитано на 150 детей. Малыши в возрасте от 2 до 6 лет будут воспитываться в 8 группах. В саду предусмотрен бассейн и компьютерный класс. Юные музыканты, певцы и ученые, одаренные дети Макеевки, встретились с мэром. Нетрадиционное заседание исполкома прошло в Советском районе. Его приурочили к Всемирному дню ребенка. Праздник отмечают завтра. Чем подрастающие таланты удивляли мэра, знает Ольга Сапронова. Местом проведения мероприятия выбрали школу искусства имени Ханжонкова. Здесь ребята подготовили выставки своих работ, дипломов и медалей. Директор школы рассказала городскому голове о каждой работе и награде. Александр Мальцев лично пообщался с авторами произведений. Оле Титаренко 8 лет. Девочка уже 4 года играет на скрипке. В коллекции юного дарования более 10 наград со всеукраинских и международных конкурсов. Мне музыка нравится, потому что без музыки ни один человек не может прожить. Вот если тебе грустно, то ты хочешь слушать грустную музыку. Если тебе весело, то ты хочешь слушать веселую музыку. В свои 8 лет вот она исполняет программу достаточно сложную по уровню и может решать сложные музыкальные задачи и доносить их до зрителя. Это немаловажно. Вот в этом способности и заключается. Со своими работами навстречу приехали воспитанники станции юных техников. Этот корабль Денис Шалимов мастерил 2 года. Модель уже побывала на областных и всеукраинских чемпионатах. Я привез большого морского охотника. Он был выполнен во время блокады Ленинграда. Люди в оккупированном городе продумали упрощенный вариант 121-го проекта морского охотника.
В зале около 50 человек. Здесь собрались не только одаренные дети, но и их преподаватели. Для гостей выступила Татьяна Сидякина. Девушка участвовала во всеукраинском вокальном шоу. В этом году более 250 детей из Макеевки стали лауреатами областных, всеукраинских и международных конкурсов. 11 из них получают стипендию городского совета – 500 гривен в месяц. Нужно поощрять одаренных детей, считает Александр Мальцев. Это не та сфера, где мы должны чего-то жалеть. Но стипендия сегодня – это результат работы. А этого результата нужно достигнуть. Вот поэтому я хочу, чтобы сегодня весь разговор у нас в большей степени свелся к тому, чего нам не хватает, чтобы этих результатов достигало большее количество наших детей. Макеевская земля богата, богата талантами, богата детьми, богата молодежи, талантливой и одаренной. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках социальных инициатив президента Украины Виктора Федоровича Януковича. И в первую очередь оно приурочено к году детского творчества в Украине. В этом году на поощрение одаренных макеевчан из городского бюджета выделили 66 тысяч гривен. В следующем эта сумма увеличится вдвое, пообещал мэр. Ольга Сапронова, Олег Литвинчук, «Панорама». И таким этот день увидели журналисты нашей информационной службы. Смотрите новости, будьте в курсе всех событий. Я же с вами прощаюсь. Всем доброго. До свидания.